Сотрудники управления благоустройства приступили к уборке придворовых территорий. Работы начались с улицы Целинников. Здесь образовались груды мусора, пластмассовые бутылки, полиэтиленовые пакеты, пачки от сигарет. Многих нерадивых горожан чистота и порядок не особо волнуют. Они выбрасывают мусор там, где им удобней. Нередки случаи, когда бытовой мусор выбрасывают прямо из окон квартир. А убирать в итоге приходится коммунальщикам. Это проблема не только одного двора, но и всего общества. Сотрудники управления благоустройства призывают горожан не выбрасывать мусор в неположенных местах, ведь мусорные урны, контейнеры установлены в шаговой доступности. В управлении благоустройства отметили, работы по уборке придворовых территорий продолжатся. Алена Оттаева, Александр Кочев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.